Накануне жители всей страны отмечали День матери. Этот праздник – признание огромной роли женщины в жизни общества. Какие мероприятия прошли в знаменательный день в поселке Сангар, расскажет Татьяна Владимирова. Не было и нет ничего более дорогого и святого для каждого человека, чем мать. Именно от женщин-матери зависят такие моральные уроки, получит человек в детстве. Какие ценности станут для него наиболее важными. В поселке Сангар к Российскому дню матерей по традиции поздравили будущих и молодых мамочек. В районном роддоме в этот день им вручили подарки от имени Центра семьи, Кобяйского районного отдела ЗАГС и от администрации поселка Сангар. В этот праздничный день особо хочу выразить слова благодарности многодетным всем мамам, приемным матерям детей-сирот. По инициативе мужчин поселка был организован праздничный благотворительный концерт для милых мам. Все вырученные деньги от данного мероприятия пойдут в помощь малоимущим семьям поселка Сангар. Поступившие средства от благотворительного концерта пойдут на поддержку многодетных мам и семей. В этот день глава поселка Сангар Николай Попов отметил самых активных женщин-матерей, а концерт стал настоящим сюрпризом для многих женщин. Оказывается, наши руководители все такие активные, все талантливые наши мужчины. Очень понравился этот концерт. Очень было неожиданно, все участники молодцы. Оказывается, у нас все мужчины активные в поселке, это очень хорошо. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.